Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про событие «Зеркало теней». С 26 октября 12 МСК по 6 декабря 3 часа МСК ночи будет доступно это игровое событие. Нужно зайти на специальную страницу на портале с этим событием, выбрать задание, которое вы хотите выполнять, и выполнять. За каждую задачу можно получить небольшие наградки. Ну и в принципе у нас есть больше месяца для того, чтобы их все выполнить. То есть потихоньку заходим, выполняем. Если никуда не спешим, или времени у нас на поиграть немного. А вот если у нас есть много времени, и мы любим принимать участие в различных челленджах, хотим выиграть золото или прем-танки, то у нас также доступен уже еще и такой вот челлендж в этом событии. С 26 октября 12 МСК, в то время как это событие стартует, по 31 октября 12 МСК, то есть у нас есть 6 дней, нужно завершить 15 этих заданий, 12 основных и 3 дополнительных. Все, кто выполнят эти задания, принимают участие в розыгрыше танка ИСУ-152К. Это прем-танк 8 уровня, советская ПТ-шка. Точно так же, как и в прошлом событии «Лес чудес», так и в этом «Зеркале теней», первые 250 игроков, которые быстрее всех пройдут эти 15 заданий, гарантированно получат ИСУ-152К. Остальные 750 прем-танков этих будут разыграны среди всех, кто пройдут эти задания до 31 октября. Если прем-танк этот у вас на аккаунте уже есть, стоит в ангаре, то вы получите полную компенсацию в золоте, если выиграете этот прем-танк. У меня этот прем-танк есть, если я его получу, то получу компенсацию, что мне очень хочется. Если бы у меня этого танка не было, то получать бы его не сильно хотелось, поскольку мне лично больше нравится прокачиваемая ИСУ-152, которая находится в ветке исследования. Она больше подходит под активную игру, которую я в принципе и люблю показывать. И вам на стримах, и сам люблю играть активно, поскольку терпение сидеть где-то там в кусту 15 минут, это не для меня. Но возможно, если вам нравится менее активный геймплей, оно вам понравится. ИСУ-ха с большим дреном, пробитие, альфа, вот это вот все. Но получить компенсацию в золоте — это прикольно. Дальше будет у нас очень много аукционов, где это золото и понадобится. Я недавно еще получил компенсацию за получение Кировца 1. Если еще и здесь компенсацию за ИСУ-152К получу, то золото будет как раз на какой-нибудь танчик из аукциона. Теперь дам вам советы, как быстрее пройти это событие, если вы все-таки решитесь на челлендж. Прошлый лес чудес с 15 заданиями люди прошли за 17 с хвостиком часов. Такое время показал игрок, который занял 250 место в челлендже. Я же прошел это событие за 11 часов, и у меня было очень много косяков и ошибок, которые можно исправить и пройти еще быстрее. Возможно, люди тоже чему-то научились на прошлом событии и пройдут быстрее. А возможно, они больше не захотят принимать участие в таком событии, поскольку 11 часов сидеть за компом подряд — это очень вредно для здоровья. Скажу вам честно, без приукрашений, мне было очень тяжело его проходить, но все-таки я его прошел. Говорю как есть, вы знаете, я на канале у себя высказываю чисто свое мнение, поэтому вот. Здоровье вам спасибо не скажет, если вы будете 11 или 17 часов подряд сидеть за компом. Но все же пережить это можно, стоит оно того или нет, решайте сами. Я все-таки стример, блогер по игре Мир танков, контрибьютор. На канале стрим 11-часовой есть, можете его посмотреть. Там у меня очень сильно пригорало от арты, и это было реально тяжело. В этот раз я надеюсь пройду быстрее, поскольку сейчас вам расскажу некоторые фишки, которые я понял. Во-первых, время челленджа стартует не в 12 МСК 26 октября, как стартует событие. Время челленджа начинается в тот момент, когда вы принимаете первое задание. И с этого момента оно стартует. С этого момента пошло ваше зачетное время. То есть, грубо говоря, можно начать челлендж не 26 октября. Можно начать его 30 октября. Даже по идее можно начать 31 октября ночью и до 12 часов дня успеть выполнить. Главное начинать в то время, когда вы свободны и вам удобно, а не за пару часов до работы или сна. Но это логично. Также еще очень важный совет, самый главный, если вы решитесь на челлендж, я для себя это понял и с вами поделюсь, потому что я не жадный. Надеюсь, конечно, вы меня все не обгоните в челлендже. Во-первых, скилл решает. Конечно, очень много людей есть, которые играют лучше меня, но все-таки я решусь и посоветую вам
задание первое принимать только после того момента, как вы подготовите и подберете все танки для заданий. Это самое важное для того, чтобы пройти быстро. Сейчас кажется, что это так себе совет. Но когда вы начнете это проходить, и оно у вас будет занимать очень много часов, в какой-то момент башка уже не совсем варит, вы можете выбрать не тот танк. И только в процессе, когда уже потратили время, можете придумать и понять, что «а лучше бы я делал это задание на другом танке». У меня так было, пока я там 11 часов проходил. Некоторые танки я неправильно подобрал, и на других танках я быстрее выполнил. А на некоторых не получалось. На это я потратил лишних, может быть, там час или полтора. Могло быть все намного быстрее. Поэтому если в ангаре будут стоять все танчики, подготовленные под все задания, то это будет гораздо быстрее и удобнее. Поэтому сначала просмотрите все задания и поймите. Ага, вот эти задания на вот этом танке, вот эти на этом и так далее. Да, это не сложный совет, но он очень полезный, как есть. Ну а если вы никуда не спешите, то у вас больше месяца есть время, чтобы заходить и время от времени нажимать на какое-нибудь задание, которое вам понравилось, и потихоньку их проходить. В этот раз времени у нас даже еще больше, чем на прошлые 15 заданий. Пишите в комментариях, как вам такие челленджи, как вам это событие. Мне понравилось, что в этот раз оформление другое. У нас уже здесь есть эта Катрина, которая очень красиво нарисована. И даже неплохой текст написали в новости от Катрины с таким там некоторым сюжетом. В общем, мы в этом челлендже выполняем поручение Катрины, помогаем ей. И может быть в следующий раз она к нам вернется в другой роли. Недавно один зритель зашел ко мне на стрим и материально поблагодарил меня за создание хороших видео. Ни для кого, наверное, не секрет, что в видео нет никакой рекламы, нет монетизации, много лет я делаю видео бесплатно. И за все эти годы ни разу никто по ссылкам в описании не задонатил ни одной копейки именно за видосы. Как-то даже обидно, как будто бы людям даже, наверное, и не нравится мой контент. Поэтому я решил, что хоть это и не понравится некоторым людям, но я все-таки в видео напомню о том, что можно поддержать контент материально по ссылкам в описании. Те, кто это сделают, и те, кто будут первыми за всю историю создания всех видео такими вот героями, я добавлю в следующем видео их в титры и поблагодарю в следующем видосе. Но если материально нет возможности, либо нет желания поддерживать, вы считаете, что мой контент бесплатный и ничего не достоин, ничего не стоит, то любая активность под видео в виде лайков, дизлайков, комментариев и продолжительности просмотра – это хорошо, это тоже моя поддержка. И на этом, как говорится, тоже спасибо. Затрагивая такую тему, конечно, будут недовольные люди, но если я об этом не скажу, то, наверное, и лет через 10 тоже не будет ни одного человека, который бы меня поддержал. Поскольку я уже научен практикой, что пока о чем-то не скажешь, никто этого даже не заметит. Это факт. Но отдельно хочу поблагодарить тех людей, которые поддерживают меня на стримах. Благодаря этим людям канал все эти годы существует. Без них канал бы давно закрылся. Благодаря этим людям я могу делать видосы, а вы можете их смотреть. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачного дня, пока!